Распаковка чек. Ну, правая, левая, елка, трусы денежные. Все легким послать. Я только встала, девки, я выспалась. Я выспалась. Я сегодня, вчера стрим закончила, я не полезла никуда. Ни в ТикТок. Закончила, как легла, как захрапела. И все, в 12 я закончила. Я никуда, ни в ТикТок, никуда. Так, лимонад взяла у Лехи обратно мохито. Там есть лимонад, и мохито привезли. Мохито очень вкусное, ребят. Жилетовский у Лехи. Оно спиртное. Я позавчера взяла бутылку, выпила, на лавке валялась. Мне соседи поднимали, тащили такую тушу. Такую тушу тащили. Да, бутылку с горла там сидела. И выпила им, я пьяная стала. И валялась, пока соседи вышли, увидели. Позавчера. Ну, спросите у них. Алина старшая по дому была. Так, два хлеба взяла с отрубями. А то, как пойдешь один, я только с отрубями сейчас беру. Да, и с отрубями, думаете, что? Так, взяла я бедра по 245. Здесь килограмм и здесь килограмм. Сейчас я разморожу их и по пакетикам, как всегда. Я не знаю, я хочу суп сварить. Ребят, подскажите, какой. Только не щи, не вермишелевый, не рисовый. Я сейчас, может, пойду это возьму, как ее, фасоль. Ну, такой, но немножко мне. Майонез есть у меня. Ну, не хочу. Завтра праздник большой, ребят. Яблочный Спас. Филе не было, хотела филе. Тут раз помните, филе хорошее было, у Лёшки нету. Разобрали. Когда? Я ж не каждый день почти в магазин хожу. Ну, это я сейчас растает и пакеты забыла. У меня там есть чуть-чуть. Сейчас проверю, сколько пакетов у меня целлофановых. Ну, да. Фасолевый, наверное, возьму. Картошки есть у меня 2 килограмма. Я уже пьяная, не могу от этой мохиты. Уже все, глаза, видите, у меня закрываются. Да. Ну, я взяла, может, это шашлыки будем делать, не знаю. Мне там еще есть бедра. Ну, много. Я специально беру, лежат там. У меня морозилка забитая. Ой, надо фаршем тоже что-то сделать. У меня фарш 41-го года лежит хороший. Девки, не хочу. Не хочу ничего жрать. Ну, так, перекусу. Надо мне суп сварить. Пойду я, правда, фасолевый сварю. Промою его. Я не знаю, как это... Танька 250 килограмм, которые ей операцию не сделали. Она курит 2 пачки сигарет, бухает. Ну, не каждый день, не закусывая сигареты только. И она 250 килограмм. Я не знаю, девки. Я вот сейчас похудела на один размер. Ну, я хочу сказать, девки, что я хлеб не ела, что ем. Я держу один и тот же вес. Молодая ты была, конечно, я не такая фотомодель. Ну, и сейчас я не толстая. Просто мать, ну, знаете мою мачеху. Она говорит, какой тебе размер груди? Тебе было всегда 3-й. Да, у меня когда молодая, 3-й размер. А сейчас 6-й или 7-й. Ребят, у нас погода, это кайф. Солнца нету, тепло. Ветра вот тоже нету. Вообще кайф. Пойду, наверное, фасоль возьму. Блять, а страшно брать, помните. Но я его промою. Там пачка есть мне супа, харчо. Не хочу я это.
Не знаю, девки, суп без первого плохо, девки, без первого. Может быть, пакет? Мне соседка, да ладно, без пакета разварила, мне в эти хорошие девки, мне понравилось. И это, там уже все готовое, залила. В стаканах я беру, соседка тоже берет такой вкусный, мне понравилось. В тот раз, помните, она мне и говорит, колбасы нарежь туда. Ладно, сделаю бич-пакет. Пельмени есть, что? Без первого, девки, это плохо. Это берешь в холодильнике, кускаешься, кускаешься. Так быстрее жрать хочется. Сейчас кашу варю я эту пшеночную и два яйца. Давно яйца не варила я. Ела. Жидкие я буду варить. Давно. Ой, девки, сейчас я вам расскажу, что забыла рассказать. Ну, вы все знаете, у меня функция, это такая специальная на телефоне, я вам говорила, я потом всем отдала, это, наверное, года 4 у меня точно, или 5. Я не знаю, когда я вызывала мастера по интернету, там, ну, не буду говорить кого, знакомого. Ну, я же пароли тоже давала. Мне надо было надежно. И вы сами знаете, эти звонки звонят, которые не нужно. Алло, гараж. Он говорит, что ты, давай я тебе... Он мне поставил эти 3 функции. Хочешь, когда тебе нужно, кто-то что-то позвонил, там, ты знаешь, кто, ты можешь отключить. А это, если нет, то пускай выключены будет. Ну, включены. Ну, я и это вообще не, как ее, не выключала их. Просто когда вот с общагой мне, я включила. И когда мне выключено, ой, включено, у меня кто в телефоне, кто есть звонки, они дозвонятся, а кто нет, во. И когда они мне звонят, я даже не знаю, ребят, напишите, когда звонят они, что у них там отвечают. Абонент не абонент или абонент занят, что не знаю. И у меня приходит всегда, мне надо это, не знаю, какое серьга это или это отнести, чтобы... душку подтянуть. И приходит там квадратик. И я захожу. Вчера мне... они думают, что все такие лохи. Они умные, а мы все лохи. Смотрю номер. Сейчас скажу, какой. 980-06. Какой-то город. Я, у меня же есть пробивать и... На кого оформлен? Сейчас я Теле2 еще платное включу. И это какой-то город забыла. 980-06 последнее. И пошла смотреть, кто что там номер написано. Мама! Они что, вы что думаете, вы лохушки? Я своей матери телефон не знаю, мачехе. Ну, мать, мачеха. Я ей номер телефона, я 3 телефона ее знаю. Вы что думаете? Ну да, сейчас я ей позвоню. Мама, ага. А там кто-то вчера на стриме писал, ой, тебе мама звонила или что там, или смотрел. Ну, дураки, моя мама покойница с 80-го года. Если кто-то меня смотрит, они знают про мою семью. Вот как Ленка Благовещенск. Она от и до знает. Угу. Мама. Ну, естественно, я заблочила. Они так это в том списке, не знаю, спам называется, наверное. А где я пробивала, и там написано еще, и еще заблочила. Мама, прям написано мама. Ну, сейчас мошенников сколько, вон соседка рассказывала 4 дня назад, что ли.
Обзвонились, обзвонились. А у нее телефон, алло, гараж, она не берет трубку, она знает номера. Она мои знает, дочерей. Да. А мне, когда они звонят, эти мошенники, мне сразу спам идут. Я даже не стала проверять, какого города. Ну, Москва пишет. Какого города, на кого, там есть на кого. Есть там КМЛМ, это одноразовые, мне объяснили. То есть пишут имена, там Пупкина, Залупкина, а это Х, там ММ, это одноразовые. Я уже не проверяю, чьи кто звонит. Девки, наверное, я это... Плохо, что бутылки нельзя сдавать, эти выкидывают. Я, наверное... Сколько? 11 минут? Я, наверное, пойду возьму. Позавтракаю. И пойду возьму этот. Посуду сегодня мыть не буду. Сегодня воскресенье. Сегодня ничего, буду лежать. Вечером в эфир выйду. Не знаю, фасолевые, что ли. А мать что-то недавно звонила. Какой, гороховый, что ли, варила? Не знаю, какой сейчас я мясо отварю. Подумаю. Ничего не хочется. Соседка щи кислые варила. Что-то тоже не хочет. Сейчас посмотрю, щи. Есть тут ща это. Ой, а у меня щи... тоже не хочу щавельные. Угу. Можно и щавельные. Я, наверное, щавельные возьму. Сделаю. У собаки бедные. Ходят голодные, на помойку ходили. Вот хромая. Еле-еле идет хромая. Ну, что издеваться? С помойки вон идет. Ой, а сейчас зима будет, девки, и вообще будет. Боже упаси. Так, за все я заплатила. Заплатила я даже заранее Теле2. А у меня уже 5 лет он. Теле2. Мне сейчас прислали сообщение, поздравляют, какой-то там приз. Думаю, идите вы со своими призами, я никуда не нажимаю. Девки, Лёсик мне говорит, не вздумай никуда не нажимать. Бань всех. Ну, а у меня функция стоит. Вот они, Теле2, мне сегодня симки ваши 5 лет, какой-то приз. Думаю, идите кошки в жопу. Да. И заплатила и это... Короче, 800 с чем-то у меня там. У меня остатки остаются. 700 рублей перевела. 625 у меня. Потом заплатила воду я. Помойку. Отопление. Свет еще нет. Свет я попозже. Мне Надька поможет. Это сверху я маленькая. Там переписать. Так, ногти перевела я, она мне сегодня сказала посмотреть, на какое число, с сентября уже будет 1500, она мне написала, а что делать, я уже у нее 6 лет сижу, или 5, хуй его знает, сколько у нее, 5 будет в ноябре. Или 6. Короче, 5 вроде будет. С сентября 1500. Я говорю, ну и что, а что делать?
Ну, что делать? Надо узнать, ну, ноги сколько. Ноги, наверное, тоже больше. Тоже ноги надо делать. А что я должна жалеть на себя, что ли? Я люблю себя, я не собираюсь жалеть. Я в интернете сижу, клоуничаю. Не просто так же, правильно? Я ж не прошу, не заставляю, не прошу дайте деньги. Просто у меня донатёры, вы не знаете, сколько кидают на карту. Только Лёсик специально вас дразнит. Ну, там кто по мелочи песни заказывает. А так я сейчас никому. Это раньше были донаты кидали, чтобы все видели. А сейчас, да, все блогеры также. А сейчас блогеры это все специально делают, потому что народ зависит. Я-то хоть мелкий блогер, а другие-то есть там по 5 квартир, везде отдыхают, по 5, по 10 машин. Ну, им зачем это? Ой, сейчас Ляле надо мне позвонить, что она там сделала. Ну, вот она такая девка, молодец, 3 с чем-то уже у нее. Лялю знаете, она теперь блогер в своем городе. Молодец она. Она была моя слушатель. Сделала. Ну что, она тоже не может работу найти. У нее часы, она все правила почитала. Она говорит, часы у нее набраны. 4 часа. Ну, 4000 часов надо. Ну, она молодец, она соседей не стесняется. В городе теперь узнают ее. Ей пофигу, что она делает. Да. Вот она спрашивала это. Монетизацию ей не включат. Но все равно ей надо в Америку писать. Вот как мне этот паблик Коля делал. Он же мне все делал. И налоговую там надо обязательно оформлять. Там они присылают код, потом можно зайти там, где налоговая. А ей обязательно налоговая там оформит. И что-то еще ей сказала. А нет, они сами подключают. Ну, сейчас монетизацию у нас все, ребят. У меня отключили, когда тра-та-та. У Сереги сейчас отключили. Вот мне пишут, Ольга Валерьевна, мне монетизацию, абсцесс отключили. Деньги лежат, у нас деньги, конечно, теперь все. Ну, кто получает, это кто? Вот Инка, она за границей, она там живет, она, может, переделала на какое. Все, у нас отключили. У Сереги только вот недавно. Ну, что теперь? Как тра-та-та началась, все, амортизация отключилась. Лафа закончилась. Серега, еще там канал один. У меня тоже есть такой канал. Не хочу. Ему включили амортизацию. Не хочу. Как говорится, везде, где нас нету. У меня Дзен, Рутубы русский, конечно, Рутубы русский, когда он там доделается, ну, я там все, у меня все оформлено там 41-го года. И ВК. Если что, пойду стримы делать в ВК. Вон, посмотрите, блогерша, которая жрет майонез. В Ютубе. Все, она в Ютубе не ведет. Она ведет ВК. Жрет майонез по пачкам. Забыла, как мы друг другу подписаны. Она в ВК ведет стрим. У нее народу много. Девки, ну она майонез херачит. Пачку сожирает большую. А Татьяна Африкан, там она ведет это ВК стримы. А Серега Скорпион сказал, она и в Инстаграме. Он говорит, я попробовал, у меня вообще... 4 человека, что ли. Я никуда не буду бегать. Инстаграм тоже надо включать. VPN. Что-то случится с Ютубом. Ну, Инстаграм же тоже через VPN. У меня VPN, у меня один VPN вообще хороший. Кому дать вам, я могу дать, ребят. Там вообще VPN хороший. Я тоже всем раздала, вообще хороший. Вот я сейчас второй день с ним сижу. Ну, не знаю, этот что-то телефон... Ой, а какой? Этот вот в этом новом я с этим 2 дня сижу с VPN. А этот что-то у меня показывает фотографии, мое лицо и там. А это я не знаю. Да я
не понимаю еще в этих. А в этом новом телефоне я стримы веду. Вот в этом. Я даже не знаю, как название этого телефона. Коробку выкинул, все выкинул. Этот-то я знаю, он 41-го года, Honor. Honor Livy 10. Это хороший телефон, можно еще второй купить, ребят. Если то хочешь, купите мне телефон вот этот. Вот этот мне нравится телефон, Honor 10 Livy. А этот мне подруга подарила, подруга Оксана. Он новенький еще. Ну, год ему, ну, новенький, там ни карты, ничего. Там только мегабайт 256. Мне Сашка там все наладил, чистить. И снимать можно. Может, камеру куплю, не знаю. Камеру тоже хорошо. Посмотрим, ребят, как. VPN я запаслась и на этом телефоне, на этом вот новом 3 VPN, на этом 2. И там один, который здесь тоже хороший. Кому дать, я вам, ребят, дам такой хороший VPN. Вот. Ко мне с Алтая стали ходить много народу. Да, Пашка вот, Пашкин друг, который Рома. Он на этом тра-та-та. Хороший такой мальчик. Лапаев вчера пришел. Вчера. Ну, он когда пьяный приходит ко мне. Уже всех любит и меня всех. Но Лапаев не обижает девки. Он когда приходит того самого, он на карту. Он не обижает меня. Нет, ну нормально. Я ему ключ дала. Я то заберу, то даю. Там же не ходят, ребят, сегодня. Сейчас я полезу, пойду ключи уберу, половину. Ну, а что? Не ходят. Одни и те же ходят ко мне. Одни и те же ходят ко мне с ключами. Остальные все сидят в этом, как ее, в ТикТоке. Идите, сидите. Сейчас я уберу. Ага. То интернета нету, то и это. А сами в ТикТоке сидят. Ага, сидите. Как Ленка моя сказала... Один ушел, 5 придет, 5 уйдет, 10 придет. Да, что я буду разговаривать, девки? Давайте сейчас завтрак буду снимать. Подождите меня, не жрите. Помните, была, я начинала с 15-го года. Было это американский-то. Ой, девки, как она называется-то? Откуда я-то начала вести-то? Я с 15-го года начала вести эфиры. Оттуда пришли. Перископ, помните, было? Его же тоже закрыли. А знаете, какой хороший перископ? Я эфиры начала вести, снимать. Да. И потом под конец... А у меня уже, я вам говорила, уже было у меня 2 канала. Мне с... это... Валерка с этого... С Малинников. Я же с Малинников... сделал 2 канала. Как? У меня 5 каналов. 2 канала с 17-го года и 3 канала у меня года 4, наверное, или 3. Посмотрите, не знаю, надо посмотреть. Но мне 3 использованных, а 2 никто их не знает. Надо кинуть туда что-нибудь. Сейчас я займусь. 2 левых. Ну, я так держу их. А 3 мне использованных. Перископ, помните, был? Кто знает перископ? Люди все здесь в Ютубе знают, кто такой, что такое перископ. Я оттуда начинала. А уже каналу, я вам говорила, у меня был перископ, это Ютуб 2. И я уже, мне пишут, Ольга Валерьевна, мне кидали. Я ж не знала в то время, что такое VPN. Это я сейчас... Да ладно, здесь сидят и бабки по 8 лет, и по 80, по 75 продвинутые. И мне кидали VPN, я скачивала, как мне поговорили, когда нажать, чтобы страну поменять VPN. И я работала. Потом вот Валерка, который мне сделал, он говорит, Ольга Валерьевна, не мучайся, давай переходи в YouTube. Как я перейду? Все равно когда-то надо переходить. Переходи в YouTube. У меня камера сейчас Ливи красная, а была синяя.
переходи, я зайду, никого нету, никак. Ленке пишу бы. Там Ленка пришла из Перископа, другие, Татьянка пришла, Танька Мемри. Ну и все, стала вести. Ну, было мало. И все. Потом неадекватный блогер пришел с Ютуба. Вы знаете, Андрюха, неадекватный блогер. Я чуть не забанила его. Он мне все наладил. Все, это батя. Потом Коля. Коля Самары. Коля. Паблик-канал его вроде называется. Сейчас не знаю, был паблик. Да, и все. И они мне наладили. Этот Коля мне сделал, вот в Америку писал он, чтобы какой-то код у меня в кошельке, я никуда ничего не деваю. Этот код надо прятать. Вот, и в налоговую он мне написал, все оформил. Быстро, налоговую быстро. Там ихняя налоговая. Все. Это спасибо неадекватному блогеру. А Колика – это его друг. Угу. Три татушки. Ладно, все, давайте. Сейчас будем жрать на камеру. Все, давайте, зайки, жрать. Подождите, будем вместе жрать.